На прошлой неделе сборная анапской команды по пляжному футболу заняла второе место в станице Каневской. Сегодня они тренируются целый день, чтобы отточить свои навыки и выиграть следующую игру. Ребята у нас хорошо выступают, молодцы, стараются. Будем, конечно, стремиться выше, проявить себя в дальнейших соревнованиях. Прекрасная возможность сменить душные спортивные залы на свежий воздух появилась у спортсменов с открытием на центральном пляже комбинированного комплекса для занятий пляжными видами спорта. Здесь каждый день тренируются не только юные волейболисты и футболисты, но и гости города. Благодаря нашей администрации и управлению спорта, и администрации пляжа, они нам выбили вот это место для проведения наших соревнований, тренировок. Чтобы люди сюда приходили и отдыхали. Площадка пляжных видов спорта работает на набережной каждый день. Любой желающий может с пользой провести время. В этом году здесь запланировано проведение фестиваля пляжных видов спорта «Лето-2015».